Всем привет! Некоторое время назад мы с Антоном решили пройтись по Волге-матушке с чем-нибудь тяжелее мормышки. Погода нам благоволила в этот день. Солнышко то и дело показывалось из-за туч. После нескольких пасмурных деньков это был как бальзам на душу. Было относительно тепло. Приехав в назначенное время к 9 утра, мы тут же оснастили свои комплекты и приступили к ловле. Вложиться так вложиться. В руках у Антона в этот день был сквидл девяткой. Я же, так же как и в прошлые выезды, ловил на экселон, сменив на катушке UGK на 4 жилку от Sunline, 5 жигер ульт в 0.8 размере. Долго в этот день на одном месте задерживаться мы не планировали, поэтому через пару десятков минут бесклёвия мы двинулись дальше. Сменив пару мест, когда стрелки часов уже перевалили за полдень, у Антона случилась первая поклевка на самом выбросе. В роли приманки выступила самодельная мандула на 18 граммах. Вы посмотрите. Давай, сфотографируем на телефон. Самодельно, да? Самодельно, 18 грамм, без поводка. Зачем поводок? Зачем поводок? Спустя некоторое время Антон подсекает еще одну щучку, покрупнее предыдущей, но на полпути она сваливается. А через несколько минут паркует еще одну. Небольшая фотосессия и продолжаем ловлю. Есть? Нормально. Ой, хорошая. Хорошая, запилос. Как ты без поводка ловишь-то? Нет, когда ловить. Ну, ну что, 800, да, 900. Небольшая, давай, вот черная. Давай туда. Вот, вот. Ну, когда ловить. Есть еще. Блин, мне кажется, что она такая побольше. Ну все, за щукой. Рыбы пропах хоть. Сейчас все будет. Стандартные все как будто, да? Но мамки по-любому есть. А что там кричал треха? А. Абсолютно все далеко, да? Что-то? Ну да. Значит, прошли ты метров 50. Я
уже думал уходить на самом деле. Думаю, сейчас еще пару добротов сделал. И вдоль бровки там. Там очень мелко. Знаешь? Ага. Там очень мелко. Я думаю, надо возвращаться. Чтобы хоть что-то не возьмет. Сколько? 7-8, там такие вот выдают. А я сегодня статист. А я сегодня статист. У Антона работает все так же мандула на 18 граммах. Я пробую различную резину, играю весами, толку ноль. Прошло часа два. Антон уже поймал порядка 5 пятнистых и видел еще поклевки. А у меня лишь к тому времени было 2 небольших контакта. Немного начинает напрягать данная ситуация. Ставлю мандулу фиолетового цвета на 16 граммах, меняю аккумулятор в камере, делаю заброс и наконец-то ловлю свою первую щучку этого дня. Распочинился. Есть! 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 С таким щелчком! Слушай, за кило, я думаю. Вот это щелчок от души прям! Отдай спиннинг! Слушай, хорошая! Мандула! Антох, крупнее твоей, 100%. За кило. Да. Распочинился. Но не за кило. Мандула? Да, фиолет 16. Вот, не, покрупнее. Блин, хороший, не упирается так мощно. Смотри, на краешке висит. Давай. Оп. Блин, сколько тут туда, да?
Я щука, гуляю сама по себе. Блядь, такой щелчок. Время, отведенное для рыбалки, таяло на глазах, и вскоре мы двинулись в обратный путь. На следующее утро я планировал наведаться сюда снова, но уже в компании с Сергеем. Сказано, сделано, и вот мы уже на водоеме. Грамм 300, наверное. Сам ты забагрил. Ветер по сравнению с предыдущим днем значительно усилился, окреп и выдувал нехилые петли, пару раз мешая нормально подсечь рыбу. Не понял, еще что ли было? Поклев. Ветер выдул. Не почувствовал, что-то щелкнуло. Прямо под берегом, опять же. Ну что, дать тяжелый груз? Мандулку. А у меня все больше желания на тот берег. Представь, какое удовольствие, ветер в спину. Надо вытопить, пожалуй, себе для заброса. Чуть сместившись, Серега ловит стандартную, похоже, для этого места щучку. Не зря кинули вдоль, да? Ну, на падение я прикурил. А я вижу, что ты куришь, хоп, тянешь. Золотой стандарт. Прям за краешек. Ты без поводка, что ли, тоже? Помочь? Серег, помочь? Весна скоро. А может, сырова кого? Да, конечно. Сделал фоточку. Ладно, видосик хоть записался. Что, сделаешь фоточку? Сделаю. На подмостке, прикинь? Да, ну включил только сейчас. Мелкая. На подмостке вообще повисла. Ну побольше, может, чуть-чуть твоей. Побольше моей? А, нет, такая же. Подбагрил опять что-то. Окунь. Струя, струяли. Окунь. The first perch. Красно-белый на красно-белый. А ты говоришь, окунь у нас. Ну смотри, горбач, бля. Да, слушай, подобрал-то. Хорош.
есть. Да, окунь, походу, подсел также. Поклевка с первого заброса. Окунь. Подбагрил. За бороду. Куда идти вообще не видать.